Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы сегодня продолжим играть в игру про гуся. Гусь, я хорошо смеюсь. Это кодовая фраза этой игры у нас будет. Untitled Goose Game называется эта игра. То есть, без названия, игра про гуся. Начать игру. Мы там уже с вами немножко прошли. Первый этап, можно сказать, мы прошли. Первый список заданий имеется в виду. Мы тогда возились с садовником, а сейчас мы, получается, перейдем к какому-то мальчику в очках. Там что-то было задание, я читал в конце прошлой серии. Если кто вдруг не видел, ссылка на плейлист будет в описании про эту игру. Там будут собраны все серии. Итак, Space, чтобы гоготать. Так, у него есть какой-то самолет. Надо будет это запомнить. И нам, я так понимаю, когда мы пока не начнем игру, нам показывают, чем мальчик вообще занимается. И исходя из его этих вот занятий, мы будем за ним наблюдать, мы поймем, как нам нужно действовать правильно, чтобы этот мальчик, собственно, помог нам выполнить все задания. Там бутылка, кстати, его какая-то есть. Вот, сломать метлу. Наша первая задача. Сломать метлу. Мы сейчас немножко отдалим камеру и посмотрим, где тут она находится. Вот метла. Каким образом мы можем ее сломать? Так, а эта тетенька еще есть. Вот она берет, что, грабли? Эту как раз... Это не гра... это как раз грабли, а не метла. Вот это похоже на метлу. Радио играет. О, вот она метлу взяла. Так, и вот она ею там, получается, гребет. Каким образом можно ее сломать? Ну, надо во что-то ее запихнуть. Правильно ведь? Пока что догадок у меня нету. Мы изучаем левел, смотрим. О, меня... О, меня, смотрите-ка, она меня прогоняет. Мы смотрим уровень, изучаем его. Какие-то две рации, мусорка. Я могу это схватить? Я могу бак мусорный перевернуть и мусор разбросать. Офигенно, нашкодничал. Так, есть какие-то рации? И я могу, наверное, как-то ими отвлекать. Одна рация, допустим, здесь, одна здесь. И могу нажать на нее. А ну-ка. Не нажимает. Ага, вот так я, наверное, кричу в рацию, и таким образом с другой стороны оно звучит, нет? Видите? Мы можем таким образом их отвлекать. Поняли, как оно работает? Так, рацию мы с вами изучили. Будем иметь это в виду, но пока что все равно непонятно, как мне сломать эту метлу сломать. Первую миссию как выполнить, мне пока не ясно. Так, поставила она. Я могу ее просто стащить. Куда она пошла? Что-то желтое хочет взять. Туалетную бумагу можно стыбрить. Так, подождите-ка, надо глянуть, надо изучать. Все надо смотреть внимательно. Как мне ее... Так, что она? Я не трогал метлу, я ничего не брал. А это что такое? Зонтик стыбрил. А, она меня метлой пытается спугнуть. Это похоже на какой-то пистолет. Так, а что там еще? Запереть сопляка в телефонной будке. А как мы его там должны закрыть? А, может быть, с помощью... А где телефонная будка? Я вообще телефонной будки не вижу. Пока мне ничего не понятно. Он с самолетиком со своим этим играет. Так, телефонная будка. Вот у нас есть... А вот телефонная будка. А, значит, тут какие-то игры. Мы можем двери открыть. А как мне заставить его туда, в эти двери, проникнуть? Смотрите-ка, мяч футбольный у нас имеется. Может быть, мы должны... Какие-то задания становятся все сложнее и сложнее. Ну вот, я могу пинать мячик, к примеру. Как-то... Вот, мальчик бежит за мячом. Может, мы должны его как-то приманить с помощью этого мячика? Пацан, смотри, я мяч имею. Хочешь со мной в футбол поиграть? Он квестовый. Видите, знак вопроса, когда появляется, означает, что он квестовый, этот мячик. Но я пока что его просто буцаю. Бумц. Пистолет. Видите, она меня замечает, сразу же хочет меня... А может, самолетиком нужно его приманить? Вот, смотри, я самолетик твой стыбрил. Пацанчик, смотри. Очки одел. Смотри, я твой самолет стыбрил. Не догонишь. Ай! Самолет тоже квестовый. Самолет квестовый. Что там делать этим пистолетом? Что там по овощам что-то... А, может, она ценники прилепляет? Я это могу сбросить как-то? Я с пестики украду. А, очки! Мальчик. Он заметил мяч, кажется. Давайте его сейчас будет снем тебе. Он, кажется, мячик заметил. Смотри. Не хочешь в футбол поиграть? Не хочет. Может, надо ему шнурки завязать как-то? А, шнурки! Развязал шнурок ему. Так, присел.
очки стыбрил. Я у него забрал очки. А что нужно сделать? Там что-то было с очками. Запереть сопляка в тюремной будке, заставить сопляка надеть не те очки. Заставить кого-нибудь выкупить свои вещи. Попасть на ТВ, сходить в магазин. Положить в корзину зубную щетку. А где корзина? Туалетную бумагу, щетку, расчетку, консервы, чиститель, фрукты и овощи. Значит, очки. Допустим, я у него одни стыбрил, а там были вторые. Тетенька, можно я у вас очки позаимствую? Я видел, у вас тут очки есть. Так, идем сюда, прокрадываемся. Я удрал. Я, кажется, похитил очки. Попробую пацаненку отдать их. Ой, у нас похитили очки. Вот он тут ищет очки. Но. О, я его другие очки дал. О, заставить сопляка надеть не те очки. Все, одел он не те очки. Здорово. Как мне теперь его заставить залезть в телефонную будку? Ну, он теперь, наверное, слепый как крот. Не те же очки одел. Сломать метлу я пока не догоняю как. Думаем, еще думаем. Так, что он теперь мячиком будет играть в футбол? Так, он заметил мяч. Бумц. Дальше что он делает? Наблюдаем за пацаненком. Мяч берет. И куда он его несет? Хочет поставить его на место? Кстати, вот. Или он будет сейчас буцать его? Так, наблюдаем за ним, наблюдаем. Бумц. Самолет хочет взять. Вот это непонятно. Как-то попасть на телевизор можно. Тут какие-то двери вот. Пока не ясно, что там у нас было. Заставить кого-нибудь выкупить свои вещи. Заставить кого-то выкупить свои вещи. Да каким образом? Что-то нужно сделать явно с самолетом. Куда мы его можем... Ага, сходить в магазин, положить в корзину зубную щетку. Ой, нас заметили. Нас уже... Я мальчика могу спугнуть. Так, а где тут были зубные щетки? Туалетная бумага точно была. У нас вечно вот эта бабенция с метлой. Так, туалетная бумага. Ну давайте тихонько сейчас попробуем ее украсть. Оп, побежали. В корзину хочу спрятать. Это же та корзина, которая мне нужна была? Или не та? О, щетка. Щетка, расческа, консервы. А как оно в корзину все поместится? Оно же огромное. Вот консервы, кстати, о птичках. Я не могу их дотянуться до консервы. Так, консервы. Вот консерву взял. О, поместилось. Бум-бум. Так, щетка, расческа, овощи, зубной. Щетка, расческа, консервы. Очиститель, фрукты. Тихо, не пугай меня. Вон у меня мяч тут. Как разбить этот... Как ей сломать эту метлу? Чикс. Ждите-ка, он тот... Опять очки? Нет, очки, вот они, все нормально. Как эту штуковину... Это что-то можно дернуть? Это вот вода тут какая-то. Ты меня видишь, пацан? Я сейчас шнурки развяжу. Не расслаблялся. Все. Пока там это... Я тебя самолетик стыбрю. Стыбрил самолетик. Она заметила консерву и туалетную бумагу. О, какая женщина. Тут такие рубашки, одежда. Как сломать? Так, ладно, самолетик я пока похитил. Весы. Так, это кассовый аппарат. Метла. Это цветочек. Это очки. Зонтик, я стыбрил зонт. Тик-тик-тик-тик-тик. Непонятненько. Как можно придумать? Может быть, нам нужно... Как-то нужно его закрыть в будке. Но как его туда заманить? Надо как-то туда позвонить. Как-то заставить этот телефон, чтобы он туда пошел. Или самолетиком его туда заманить. Не, ну мы же не можем двери открыть. Не можем. Так, что там надо? Сломать метлу, за кого-нибудь выкупить свои вещи, попасть на ТВ, сходить в магазин. Кстати, видите, все вещи она с корзины подоставала. Самолет мы стыбрили. Тут эти рации были еще загадочные. Так, что тут у нас за вещи? Мусорка перевернутая. Стол, рация. Можем одну рацию, к примеру, куда-нибудь поставить. А может быть тогда, когда она будет работать, мы ее спугнем? Она только... Вот, допустим, рацию здесь поставил. Ухожу. Так, может быть, мы должны ее спугнуть, когда она подметает? А ну-ка попробуем. Ну, вряд ли она так ее сломает. Может, у нас как-то с перепугу на ее хрустнет? Так, бежим.
О, вот она. Почему она не работает? Непонятно. Вот теперь, может, надо было ее напугать. Ха, чтобы она подпрыгнула. Так, подождите-ка. Вон там еще какие-то ляльки есть. Машинки, расчески. Вот она уходит. Вот она уходит. Поставила. Попробуем тогда сделать чуть по-иному. Эту возьмем рацию. Подкрадемся, подставим. А эту заберем. Так. Почему рация? Я не вижу, что там с другой стороны крик идет. Непонятно, как-то рация странно работает. Так, переворачивай. Ого, все. Я сообразил, как она работает. Сообразил. Берешь, а потом кричишь. Вот. И она кричит. О, рацию смотрит. Удивленно. Берет швабру. Так, подходит этот веник свой. Будет сейчас заметать. Оно ее не пугает совершенно. Она бесстрашная. Ну, тогда я без понятия. Что тут, как тут еще сделать? Корзину собирать ясно. Попасть на ТВ непонятно. Надо за мальчиком наблюдать, что он тут делает. Гуляет пока что. Заметил меня. Привет. Потом побежал. Он боится меня. Так, быстренько, прячься от меня в этот самый, в будку. Я куда-то его погнал. Пацанчик, ты чё, боишься меня, да? Боишься, думаешь, что я страшный? Да правильно, что боишься. Попасть в сад. Это выполнено все. Беги отсюда, беги, пацан, в будку. Я тебя сейчас в будке закрою. Надо его загнать в будку, наверное. Пошел, пошел, пошел в будку. В будку пошел, я сказал. Ты куда побежал? Ну, в будку бегом. Ты смотри, как убегает быстро. Ловкий, ловкий. Так, в будку надо его загнать. Лезь в будку. Еее, я его в будку загнал. Вот там и сиди. Все. Как мне его... А, надо запереть сопляка в телефон. Куда он звонит? Так, какой-то магазин позвонил. Алло. Ой, там утка меня преследует. Помогите, спасите. Так. И что? Запере... Сломать метлу. Оп, тетенька вышла. Она меня гоняет. Помогите, говорит. Пацан вызвал помощь. Но мы нам засчитали миссию. Смотрите-ка. Может быть, мы должны тут подставить какую-то метлу, чтобы она выбежала и ее сломала? Хо. Смотри-ка, открывает. Все. Мальчик спасен. Купить свои вещи. И что теперь? Расстроенный пацанчик. А я могу внутри зайти, наверное? О, я в магазине. Я в магазине. Приветики. Ай, 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 меня выгоняют. Ай. Закрыли. Он снова футбол. А ну-ка, я могу теперь сюда в телефонную будку залезть? И что? Тут ничего нельзя сделать. Хорошо. Мячик нарисован. Может, мы должны туда мяч зафутболить в середину? Пока будка открыта. Подождите-ка. Тетенька там внутри. И тут нарисованы, видите, это неспроста. Может быть, мы должны туда мяч подфутболить? Может быть. Давайте попробуем. Наверное, мячик там неспроста стоит. Попробуем сейчас туда. Может, она должна его буцнуть? Смотрите-ка, тут как бы подсказка нам. Как бы вот коврик такой тоже. А он туда ни мяч не поднимается, слушай. И как нам тогда быть? Он туда наверх на бордюр не залазит. Он туда, его туда нереально туда запихнуть, смотри. Я туда пытаюсь его наверх зафутболить, а туда не зафутболивается. Но мы можем как бы попробовать вот так хотя бы сделать. Вот. Чтобы мяч был как-то вот здесь. О, так его подвинуть. Надеюсь, что он не укотится. Будет, когда мы малого туда затолкнем. Так, напугать нужно. Но нам нужно теперь сломать метлу. А где эта тетенька? Подожди, 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 тетенька. Вот она. Тихонько метлу стыбрил. Потащил. Нам нужно ее сломать, правильно? Так, попробуем ее таким образом и сломать. Допустим, я ее... Ой, сейчас мяч сдвину с места. Так, вот может быть оно так сломается.
Я на это надеюсь, что она на нее сейчас станет и по башке ей как бабахнет. Так, отпускаем. И мяч заодно туда тоже пихнем. Чтобы уже сразу две у нас было штуки выполнено. Как бы не две штуки выполнено, чтобы у нас два момента было выполнено. Два варианта событий, чтобы было исполнено. Так. Так, теперь надо малого пугать. Где он? Сейчас мы тебя будем пугать. Боишься меня? Правильно делаешь. Беги в будку. Бегом. Бегом в будку, я тебе сказал. В будку вперед. А ну. Все, он закрылся. Сейчас будет вызывать. Так, звонит. Смотрим, что произойдет. Получится ли у нас или не получится. Эй, помогите, спасите. Помогите, спасите. Помогите, спасите. Открывает. А ну-ка, остановись. Знак вопроса. Не может выйти, что ли? Я тут забаррикадировал ее. Я ее реально забаррикадировал. Она не может выйти теперь. Знак вопроса у нее появляется. С ней что-то явно нужно сделать, видите? А тут какая-то кнопка есть. Приветики. Открывай, открывай. Тут какая-то кнопка есть. Надо что-то нажать, наверное. Привет. Ой, кыш, кыш, кыш от меня. Тихо, пусти меня внутрь. Попробуем пробежать быстро. Быстро пробежать, попробуем. Тут не нажимается. О, я телефонную трубку забрал у нее. Я забрал у нее трубку телефонную. О, настала на швабру. И не сломала ее. Так, быстро, быстро, быстро внутрь. Внутрь, внутрь, внутрь. А что нужно было сделать? Что-то с трубкой? Я сюда швабру затяну. Не знаю зачем. И что я наделал? Кнопка, кнопка, кнопка. Не нажимается. Есть! Я отключил теле... О, я в телевизоре! Попасть на ТВ! Камера меня снимает, я в телеке. У-у-у! Я выполнил еще одно задание. Я в телевизоре теперь. Только как швабру сломать, это я не понял. Трубку вон стыбрил. Так, малого мы закрыли. Перенастраивает камеру. Меня выполнило задание. Заставить кого-нибудь выкупить свои вещи. Как это сделать? Значит, настраивает, настраивает. Швабру как сломать? Тоже не понял я пока что. Какими-то инструментами надо. А у меня нету... У нее нету швабры. Как она будет теперь меня спугать? Как она будет меня перепугать? Что это такое? Электричество я отключил. У нее теперь не работает ее... этот самый... Музыка ее не работает. Швабру нашла свою. Так, это у нее растительность. Тут всякая. Машинки. Может, она должна на машинке подскользнуться, слушайте. Заставить выкупить свои вещи. Это для очки для этого видения, для кинотеатра. Какие-то щетки всякие разные. Кассовый аппарат. Ну, это как его? Чековый аппарат, скорее. Пытается меня спугнуть. Самолетик. Как-то нужно где-то что-то применить с самолетиком. Так, сходить в магазин. Зубную щетку, туалетную бумагу, щетка, расческу, консервы, очиститель, фрукты и овощи. Что такое очиститель? Что такое очиститель? Кто мне расскажет, кто пока скажет. Может быть, имеется в виду средство для мытья там чего-то? Очиститель. Смотри, пацан, я тебе самолетик принес. Иди играй. Так, вещи. Купить свои вещи не знаю. Сломать метлу. Какие-то подсказки тут есть? Это прошлые дела. Это как управлять. Так, магазин. В корзину. Зубную щетку. Так, смотрим, где это все дело лежит, чтобы мы как-то ориентироваться могли. Зубную щетку. Вот это, наверное, это разве это зубная щетка? Это не похоже на зубную щетку. Я сейчас попробую положить и погляжу. Щетка? Расческа. Че я зубную? Туалетную бумагу. Зубную щетку. Щетка, расческа. Совсем две разные вещи. Совершенно две разные вещи. А где же зубную щетку надыбать? Где она может лежать? Эй, почему ты снова тут включил себе эту музычку? Не надо. Это у нас что? Это какие-то бобы. Это у нас консервы. Зубную щетку. Где я должен раздобыть? Алло, гараж. Так нечестно. Я не понимаю этого пока что. Так, самолетик. Я шнурки развяжу. Ага. Так, горшки, рассада. Туалетная бумага.
Как-то эти рации надобно использовать, но как, я пока не могу понять. Туалетная бумага, зубную щетку, консервы, очиститель, не знаю, где зубная щетка, фрукты и овощи, в принципе, вроде как понятно. От все остальное пока что не могу понять. Напугал пацана. Грабли, консервы, вот какая-то еще желтая баночка. Что у нас? Консервы, фрукты. Швабра была замечена. Была замечена. А это какой-то пылесос? Что это такое? Швабру заметили. Так, фрукты, овощи. Ну это здесь, наверное. Помидор, допустим, фрукты. Вот, я ее немного обманул. Надеюсь, она сейчас не заметит, что я так вот тут все у нее тут ворую. Подворовываю. Так. Фрукты, овощи, очиститель и зубная щетка. Что такое очиститель? Как это выглядит? Зубная щетка также, я не знаю, где она. Очиститель, зубная щетка. Щетку заметила! Ваш безобразница. Так, меня тут спалили. Я цветочек нашел, смотрите-ка. Оп. А может мне надо было на весы что-то поставить? Она купит сама это дело? Ха. Может быть. Надо цветочек поставить на весы, и она это приобретет. Цветок заметила. Так, фрукты, очиститель, зубная щетка. Где ты? Где ты, зубная щетка? Где тебя найти? Где тебя искать? Вот, подождите-ка, я что-то нашел. Может быть, надо было на что-то... Что это такое? Очиститель! Я нашел в мусорке! Как он там оказался в мусорке? Это же как раз для окон, чтобы, по-моему, чистить окна. Так, я очиститель нарыбал. Так, уходим. Так, сюда. Наматываем круги, наматываем. Оп, есть. Или это засчитало? Да, даже рядом бросаешь, оно засчитывается. Зубная щетка осталась. Давай, гоняй меня. Ух, ах ты женщина со шваброй своей. Не смей мне мешать, я тут тебе сейчас музыку отключу. Я вон тебя тут сейчас все тут приворовываю. Так, щетка была тут в урне или не была, как вы думаете? Тут что-то лежит. Что это такое? Это урна, это похоже на щетку, кстати. Сейчас мы тебя... О, точно, я щетку нашел. В мусорке. Какая нам разница? Щетка. Щетка, она и в Африке щетка. Главное сейчас только не дать ей что-нибудь там забрать у меня. Эй, тетка, я тут. Ничего не смей забирать. Так, пошла за шваброй меня гонять опять. Опа. Все, сходить в магазин, задание выполнено. То есть даже если сейчас она что-то заберет, это уже не будет считаться. Заставить кого-нибудь выкупить свои вещи. Вот, мне кажется, это женщина. Подождите-ка. Мальчик может купить самолетик. Купить у нее. Как мне это дело сделать, чтобы он это купил? Может быть, на весы она поставит? Вот сюда? Мальчик, ты как тебя мне теперь сюда загнать? Как мне теперь мальчика сюда пригнать, чтобы он... А, игрушки! Надо поставить игрушкам самолет. Мальчик придет и купит ее. Он думает, где же моя игрушка? Куда делась мой самолет? Куда он делся мой самолет? Куда он попал? Так, а вот он, все, женщина сама поставила. Теперь нужно сюда мальчика заманить, чтобы он увидел, что самолет его там, и он его приобретет. Мальчик. Только он же... Ему снова очки нужно и одеть, наверное. Он в будку будет сейчас прятаться? Только не в будку. Только не в будку, пожалуйста. О, тетка вылезла. Почему? Я его гоню туда, на рынок. На рынок пошел! Пошел на рынок! И мы должны его выгнать туда, на рынок. Так, правильно. Пока что вроде верно, я его гоню. Туда. Куда? Остановитесь! Так, туда, на базар. На базар, пошел. О, он заметил самолет. Мой самолетик. А он же слепой, как он его видит? Ну, в принципе, очки, может быть, и тоже немного подходят для него. Сейчас мы, по идее, его заставим купить. Так, что он делает? Думает что-то. Ну, и чё? Вот женщина подошла.
Так, смотрит на гуся. Я хочу купить самолетик. Можно купить самолетик? Конечно, можно. Всего лишь $50. О, ничего себе, это живой самолетик. Я ничего не знаю. И либо покупаешь, либо шуруй отсюда. Покупай. О, ну ладно, вот вам $50. Заставить кроме купить свои вещи. Все. Купил свой самолет. Новый пункт в списке дел. Так, запереть продавщицу в гараже. Сломать метлу, я не выполнил задание. Как ее сломать? Эй, как мне метлу сломать? Так, надо подумать. Метет она ею здорово. Куда она пошла? Так, ну запереть ее, я подозреваю, можно. Очень даже просто. Так, а что она там взяла? Какую-то штучку взяла. Клей. Что-то за... Что она подобрала? Кто мне расскажет, кто подскажет? Мел, что-то пишет на доске. А, уткам вход воспрещен. Как она утку нарисовала. Снова берет свою эту. И мелок оставила. Так, а мы сейчас в гараже посмотрим. Что это такое? Ой, я сам себя закрыл. Я себя закрыл себя в гараже. Черт. Откройте, откройте. Я себе буду хорошо вести. Так, нас сейчас будут, по-моему, отсюда выгонять. Что-то здесь можно подобрать в гараже? То есть мы можем ее здесь запереть, эту тетеньку. Но как? Мел, у нас появился мел. Мы можем, может быть, где-то что-то мелом накалякать. Где-то. А, мы можем ли как-то использовать цветочек где-то? Куда-то можем цветок запихнуть. Может быть, надо бы отдать вот этой тетеньке цветок? Нет, не точно. Футбольный мяч. Как-то надо сломать метлу. Ну как? Может быть, мальчик сюда будет забегать, и он ее сломает, когда мы его напугаем. Футбольный мяч, он буцает периодически, играет с ним. Метлу сломать я так пока что и не догадался, каким образом это можно совершить. Надо думать дальше. Какой-то вариант в любом случае должен быть. Есть две рации, которые мы, кстати, тоже еще не использовали. Мальчик иногда... Вот у нее есть эта метла. Мелок она ставит на место постоянно. Помидоры, все расставляет. Молодец, конечно, женщина. Но, что у нас тут? Еще какой-то детский столик имеется. Мусорка. Как же ее сломать? Может быть, если мы туда притарабаним эту... Она сломает ее об эту бочку, метлу свою. Но это маловероятно, правда же? Попробовать можно, но мне кажется... Что это не получится. Пока что подтяну, посмотрим сейчас. Так. Вот тебе. Занимайся, женщина. Оп, метлу. Ай, отдай метлу. Нет, она моя, отдай. Сломать метлу! А, вот оно как сломать. Мы, короче, с ней боролись. Я ей отломал кусок метлы. Тетенька, вы что себе... А теперь палкой меня отгоняет. Осталось запереть продавщицу в гараже. Со звездочкой задание. То есть задание, которое нас откроет следующий пункт. Как мы можем ее туда заманить? Берет кусок метлы, идет ее ремонтировать. Может быть, мы должны тут вот так ее как-то заманить с помощью радейки. Так, подожди. Берем, значит, вот это. Она думает, что я там внутри? Или как? Думает или не думает? Тетя! Она меня заметила? Прячемся! Чтобы она меня не увидела. Я там, в гараже, тетя! Я в гараже, тетя! О, тут-то. Тут там. Радио. Что там? Радио. Она видит у меня радейку. Она видит мусорку. Надо как-то по-другому ее заманить. Не получается пока что. Так, пробую придумать план Б. Так, тянем эту штуку поближе. Так будет лучше, может быть, слышно. Но тут порядки сейчас будет наводить. Может быть, нам надо... Смотри, что я делаю. Смотри, что я тебе в гараж тяну. Мусор. Смотри, тетя, гляньте-ка, что я вам делаю тут. Я вам тут пакости делаю, мировые пакости. Я вам туда мусорки, я тут мусорку вам устрою в гараже. Гляньте, я вам тут намусорил, тетя, я вам намусорил. Тетя, я вам сейчас туда огрызков наношу.
Огрызки, смотри, тетя, тетя. Тетя. Тетя Бармотя, смотрите-ка. Я вам тут сейчас свалку устрою. Будете тут вечно у меня убирать. Потом вас там еще и закрою, наверное. Мел. Икс. Тетя, смотрите-ка, вот меня. Догоняйте меня, догоняйте. Мелок стыбрил. Тетя. Так. Радейку заметила. Кто это такой? Заходи, заходи, заходи. Давай, давай, давай. Не заходит. Мелок. Что, дальше надо ее притащить? Может быть, дальше надо. Она на мелок агрится. Так. Надо мелок стыбрить снова. Мелок! Тетя! Тетя, я у вас мелок стыбрил. Уходим, 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 уходим. Тикаем, 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 тикаем. Закрываем тетку в гараже. И чё? Я его там закрыл. Запереть подучиться в гараже. Все, тетку закрыл. И что она будет делать теперь? Задний выход есть. О, какая тетка. Ну, мы все задания выполнили. А ну-ка, открыла. И у меня появился проходик. Проходик дальше. Я могу дальше топать. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А тут это можно открыть гараж с этой стороны? Нет, нельзя. Ну, ладно. Идем дальше, посмотрим. Тут кусты, не пройти. Значит, мы были у новых людей. У мальчика в очках и у тети продавщицы. Тут есть два теперь прохода, кажись. Тут можно пройти? Можно туда было пойти, можно туда было пойти. Гляньте-ка, два варианта, что ли? О, тут какой-то мужик сидит. И тут доски. О, я могу доски отломать? Я могу доски разрушить тут. Я могу пролезть в чужой дом. Ломаем доску, ломаем. Давай, давай. Сиди, надо взять ее вначале, потом как-то подтянуть, наверное. Или как я там должен пролезть? А, я могу вот так вот прокрасться. О, я в чужом доме. Дело заставить кого-нибудь разбить красивую вазу, помочь женщине нарядить бюст, заставить человека пролить чай, ну это напугать, скорее всего, нарядиться в ленточку, заставить человека ходить босиком, устроить стирку с лифчиком, носками, тапочком и куском мыла. Вот такие задания нас тут будут ждать. Но это уже будет в следующей серии. Спасибо всем за просмотр, за лайки, за то, что пишете комментарии. Хотите увидеть следующую серию, продолжение? Пишите об этом. Давай продолжение, и я в скором времени постараюсь это дело заснять. Мы играли в игру под названием Untitled Untitled Goose Game. По-моему, так она называется. То есть игра без названия. О, Untitled Goose Game. Игра без названия. Игра про гуся. О. А с вами был Неломоб. Всем пока-пока.